Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названию Vagrant. В прошлой серии мы убили с вами первого босса в игре, который я увидел. Так, подождите, мне нужно, короче, по предметам взять расходники и, наверное, отхилиться. Паржа. Хотя... Подождите, сейчас. Давайте лучше тогда по снаряжению возьмем зелье. Так. Снаряжение. Снаряжение, зелье. Маленькие, да, поставить. И что теперь нам нужно сделать там? Ой, кстати, а там еще босс был, есть. Или мы его уже грохнули? А почему вы показываете, что там еще босс есть? Показывает, что там есть босс. Однако я туда попасть не могу. А, такой деф. Ладно. Хотя я мог бы откуриться и отхилиться. Так, мне нужно куда? Сюда, да? Опа. Прекрасно. Отличная работа, мисс Вивиан. Точно, нужно это. О, как место изменилось. И как могло так измениться про... Так. Так, низменное проклятие, так осквернить это священное место. О, минус проклятие. А теперь ваш черед, мисс Вивиан. Что? Вам больше не надо скрывать свою истинную существо, сущность. Я знаю, кто вы. Хранительница рун. Черт! Интересно, сколько учеников Академии вы погубили и сколько пощадили? Но теперь это не важно. Ебать ты тварь. Я не могу пошевелиться. Я полностью обессилена. Вы ничего не можете сделать, хранительница рун. Я наложил на вас заклятие. Вы теперь в моей власти. Если вы окажете мне... Так. Откажетесь мне повиноваться, я покончу с вами в одно мгновение. Честно говоря, мне плевать на дружков из Академии. И ничтожная хранительница рун не помеха для меня. Но я могу получить солидную награду за хранительницу рун. Живую или мертвую? Что ты хочешь от меня? Давай заключим сделку. Я хочу, чтобы вы нашли кое-что для меня. И если вы мне принесете то, что я хочу, проклятие будет снято. После этого мы будем в расчете. Вы больше не услышите обо мне, и я сохраню ваш секрет. Никто не должен знать о вашей истинной сущности, хранительница рун. Так что мы договорились. Хорошо. И поскольку я такая добрая ведьма, я даже немного вознагражу вас. Ну и слово самой высокопоставленной ведьмы Академии. Похоже, у меня нет выбора. Я сделаю все, что ты скажешь. Наемница знает свое место. Отлично. Кэмден, ты будешь сопровождать мисс Вивиан во время ее поисков. Как только она найдет то, что мне нужно, немедленно свяжись со мной. Еще кое-что, мисс Вивиан. Если вы сделаете хоть что-то, что я... Так, сочту грубым или приму за попытку бегства, то Кэмда немедленно мне об этом сообщит. А если... Пока достаточно. Артефакт, который вы ищете, называется браслет Зои. Вам нужно найти ведьму Толл-3, чтобы выяснить подробности. Эта карта довольно неприятна. Но думаю, вы с ней совладаете, мисс Вивиан. Мадам. Кэмден. Помнишь о том, что я сказал тебе? Если тебе покажется что-нибудь необычное в поведении вашей наемницы, свяжись со мной, и я скажу, что делать дальше. Удачи, мисс Вивиан. Бля, да ладно. Ни хрена себе. Вот это повороты. На 360. Не, знаете, это рили, типа, оттяжка будет, мне кажется. Разлом в локации, говорит,
карта. Графство Брокли открыт. Обучение. Разломы. Вы можете активировать разломы, потратив на это определенное количество золота. В разломах вы столкнетесь с очень сложными испытаниями. Если вы с честью его преодолеете, то и награда будет достойной. Ебать ты тварина. Так, способности. Теперь имперский меч можешь... Так, протыкивать врагов. Угу. Позволит совершать двойные прыжки. Ох ты, что-то это мне нужно. Стоять. Ладно, давайте это прокачаем, да? Удар на подъеме наносит больше урона. Вот это хорошо. Хорошо, хорошо. Потому что, смотрите, в принципе, позволяет совершить двойные прыжки, то есть я могу перепрыгивать через тех здоровяков. Позволяет находиться в воздухе, выполняя удар в полете. Это идеально. Что по карте? Чисто вправо идти, хорошо. Будет враг, нужно будет испытать на них новый меч. Пипец, у меня денег 12к. Пизда. Да, в прошлой серии босс был такой себе. Ну типа 4 фазы. Я думал, что там 4 фазы. А там просто 4 хпшки. Ну, конкишки. Ну, типа, меч быстрый, поэтому я пока что с ним похожу. Хотя... Снаряжение, оружие... Давайте я лучше поменяю все-таки. Пускай мой меч медлен, но он убивает двух... Нет, трех ударов. Хотя снаряжение, оружие. Один, два, три, четыре. Ты же, блядь. Ай-яй-яй. Противоядие, походу, мне не скоро, да, дадут? Если оно вообще будет. Готов. Нет. Я сюда пришел ради монет? Зарезали. Окей. Ну, быстрее и сильно он заряжает. Поэтому нормально. Поэтому нормально. Может, устроим здесь привал? Может, темно, а ночью в лесу может быть опасно. Вот пидорас, мелкий. Итак, ты ученик Академии, верно? Да, и что? Что ты? Что тут смешного, хранительница Рона? Нет, ничего, просто я
не часто вижу так. Я сейчас сижу с кем-нибудь у костра. Так. Последний раз это... Так, раз со мной была Люси, и я... И сожалею о том, что случилось с твоей сестрой. Это ее судьба. Я простите меня за то, что я винил вас во всем этом. Простите, хранительница рун. Я искренне завидую Люси. Так много людей любит ее и заботится. А ваша семья, что? Она с ней заботится? Заботится очень давно. Я потеряла связь с отцом. Моя сестра была слишком строгой, хотя и милой. Что значит очень давно? Я потеряла их. Когда я была... Так, когда я думаю об отце, мне становится только его силуэт. Он все время читает, что что-то исследовал и бормотал. Времени не оставалось. Он бросил нас. Он бросил мою мать, мою сестру и меня. Никто из нас не знал, куда он пошел. То, что я знала, это то, что книга, которую он читал, свела его с ума. Я не могу вспомнить ничего о смерти своей матери, кроме того, что после ее... Так. После нее моя сестра крепко взяла... взялась за меня. С этого дня мы стали сами по себе. Моя сестра защищала меня от хулиганов, но она же учила меня драться, чтобы я могла постоять за себя и уничтожить так, ничего не бояться. Если честно, я ее даже боялась. Она заставила меня научить искусство фехтования, которое учил ее отец. Моя сестра была строгой и серьезной. Когда я допускал ошибки или начинал расслабляться, она била меня. Больше я ничего почти не помню. Это так грустно слушать. Когда моя мать умерла, моей сестре было 13, а мне всего 3. Она воспитывала меня, заботилась, и она оставляла меня в покое. Я скучаю по ней, даже несмотря на такое суровое воспитание. Люся всегда так добра ко мне. Тебе повезло. Дай ей время смириться со своей утратой. Вот увидишь, скоро она вернется к нормальной жизни. А где сейчас ваша сестра? Ее больше нет. Я соболезнила. Уже поздно, тебе нужно поспать. Какой ночи, мисс Вивиал. Ля. А можно мне сохраниться, пожалуйста? О, неужели? Как приготовить еду? Так, а что мне по душам? Снаряжение, стоять, навыки, способности. Мне нужно сюда, да, идти? Так, позволит находиться в воздухе, выполняя удары. Угу. Так, критические атаки. Так, у меня, считайте, 200, да? Задержка между временем, заклинаю, хорошо. Увеличит количество ударов, наносящих круговым махом. Ага, статуя черепов мне нужна. G и K. Так я что делал? А, пойдем, наверное, по защите, хотя... Давайте, наверное, вот это прокачаю. А что вот это было у нас? Так, удар на подъеме... Ай, блядь, точно! Применение высшей силы тратит меньше ярости. Нужно вот это прокачать будет. Так, а что у нас по бестиарию? Информация, бестиарий... Давайте сначала по дневнику. Невидимый демон, вернувшись в деревню, Виана становится на вольность свидетельницей ужасной трагедии. Среди многочисленных жертв тел возвышалась темная фигура, жнеца дух. Так, прикосновение зла. Побежденный в сладкой со жнецой духа, Виан проходит на выручку ведьма Холборна из Верайда. Ей удается прогнать демона проще, но то успевает наложить на нее проклятие. Холба просит Вивиану отправиться к деревне Полю
Так, полю битвы за темным кристаллом. Счастье может ей снять проклятие. Дух падшего генерала. После чрезвычайно сложной битвы с тяжело вооруженным монстром Вивиан наконец-то заполучила темный кристалл. Теперь она должна передать его Холбран. Проклятие. Целившись о проклятии, Холбран внезапно... Так. Проклинать свою спасительницу. Ведьма узнала в Виане хранительницу рун и поручает ей найти прослед Зои. Не имея возможности отказаться, Вивиан направляется к дому ведьмы Торли. Бестиарий. Ага, так это у нас боссы список. Генерал Эсгонии. Говорят, в предках это военачальник эсгонской армии. Были драконы. Потерпев поражение от королевства Висандии, генерал внезапно исчез с поля битвы. Впоследствии его армии прибыли висандитские солдаты. Никто не выжил. Походу, вот начиная отсюда, это все боссы, ребята. Вожак стаи, доказав... Так. Доказав кровью свой статус волка, вожака... Блуждает со своей стаи по лесу в поисках добычи. Скелет воин. Нередкие бандиты, движимые яростью и желанием разобрать так. Разбогатеть, умирает в присутствии темных мага. В таком случае они продолжают свои воровские дела, но уже в виде таких скелетов. Зомби-мужчина. Похоже, этот безмозглый, вонючий ходячий труп пищит живую плоть, дабы насытить свой желудок. Зомби-женщина. Несмотря на свою общую атрофию большинства мускулов, язык этой зомби-леди вырос и стал сильнее, что дает ей возможность притягивать плоть издалека. Раздутый зомби. Так, этот покрытый фурункулами и ушибами монстр, так, растолстел из-за долгого прибытия на солнце и теперь периодически избегает накопившуюся блевотину на окружающих. Вообще не видел, чтобы он меня плевал. Эсгонский солдат. Этот солдат эсгонской армии продолжает защищать свое королевство и после смерти, что поддерживает жизнь внутри этих доспехов, может только догадываться. Эсгонский лучник. Лицо этого лучника скрыто кошмарной маской, но его истинное лицо абсолютный ужас. Палач. Лицо этого лучника скрыто кошмарной маской, но его истинное лицо абсолютно... Чё? Ребят, смотрите, здесь такая черточка, здесь такая. Но это ж не лучник, алло. Так, рыцари в броне. Эти солдаты передовых эсгонии доказали своей... Так, всем, что могут выступать в виде неприступного живого щита. Даже после смерти он стоит, не сгибаясь. Так, крысы. Все. Ну да, теперь у меня есть двойной прыжок, зашибись. Так, дайте я хочу одну вещь посмотреть. А, да, запись идет, все хорошо. Блин, я не знаю, или лучше переключиться на этот, на мой меч. Типа этот меч намного быстрее атакует, просто в чем дело. А я вижу только выгоду в том, что атакует быстрее. Вообще было неожиданно сейчас. Карга старая. Как она смеет винить меня в этом бардаке? Это наша судьба, любовь моя. Мы оба знаем за что. Мне очень жаль, Анна-Мария. Я просто не хочу позволить оставить тебе одной в грязной гнезде этой ведьмы. Уверяю тебя, любовь моя, Марк. Я ничего так не хочу, как бы быть... Ежеминутно рядом с тобой. А я с тобой, моя дорогая. Ладно, теперь пошли так искать то, что нам попросили найти эта ведьма. Сюда кто-то идет. Уходим.
Этот человек выглядит опасным. Не уверен, что с ним стоит иметь дело. Это то самое место? Кажется, да. Воды попью лучше. Хе-хе-хе-хе. Ну и денёк сегодня. Еще один проклятый посетитель. Здравствуйте, ведьма Судьф. Судьф Тол 3. Меня зовут Вивиан, правда говоря, о вашей мудрости и ясновидении. Это большая честь для меня познакомиться с вами, мэм. Я Кэндон. Я чувствую силу руну в тебе. А еще тебе сопровождает очаровательный маленький питомец из Академии. Какой милашка. Я вам не милашка, я ученик великой ведьмы. И что привело вас к скромной старой женщине? А ваше знание не имеет границ, и я уверена, что вам уже известно, зачем мы здесь. Правда, правда. Хе-хе-хе. Дело в том, что я работаю на ведьму Холбрин из Вейтред, ищу браслет Зои. И мне посоветовали обратиться к вам за информацией. Ах, вот как, значит, так теперь работает эта пигалица Холборн. Да как вы смеете? Хе-хе, она слишком боится пройти сюда сама, поэтому посылает свою цепного пса. Чем же причина ее страхов? Не могу знать. Информация, которую ты ищешь о браслете Зои, твоя. Но сначала я должна попросить тебя сделать для меня кое-что взамен. Хе-хе. И если ты справишься с заданием, я расскажу тебе все, что знаю. Похоже, у меня нет иного выхода. Я согласна. Очень хорошо, хе. Тебе нужно отправиться к руинам королевских Эсгони. Я хочу, чтобы ты мне принесла корону бессмертия, которую носит король Максимилиан II. Я знаю историю Эгонии. Это будет непросто. Кэмден, тебе лучше остаться здесь. Ни за что. Ну ладно. Только не отставай. До встречи, ведьма Тол 3. Также порой трудно удержать чью-то жизнь в своих руках. Желаю удачи, хранительница рун. Спасибо. Она мне пригодится. Эхе, уже сда... Так, заешься, что ли? Ну, в принципе... Ну это, знаете, все линейно. А, стоять. В смысле? Там еще куда-то проход есть. Походу сюда, да? А нет. Так, стоп. А где я вообще нахожусь? А, точно, мы ж в этот перешли. Я и забыл. Давайте тогда вверх сейчас. Так, полям. Ну видите, тут в чем минус? Что враги не просто ходят. Сейчас сюда идти необходимо. Ладно. Да, повой мне тут. Не, все-таки перекат все забирает. Только нужно просто дождаться, когда она это типа упадет. А, так слышь, а там невидимая стена. Смысл мне тогда было прокачать двойной прыжок? Я тогда не вижу смысла двойного прыжка. Хотя, нет, здесь я достал. Ага. Лежит она на меня, тварь. Так, зелье удачи.
Вау! Вот это было сейчас внезапно. Похоже... Подходи, подходи, посмотри на мой товар. Купить. Давайте, наверное, хилки куплю. Хотя, тебе что, ничего не нужно? Да ладно, тебе это всего отличные вещи. Если у тебя есть деньги, то я могу смотреть тебе кое-что для тебя. Так, ну я бы такой, чтобы купить... этот меч. Блин, ну и какой лучше? Это первый меч, который вручает новобранцам рыцарям. Но он довольно большой. 120. Там поджог. Ебать. Я думал, я могу купить, оказывается, нихера. GG. Я готовлюсь к большому кулинарному поединку. Хочешь попробовать несколько тестовых? Давай. Он восстанавливает. Так, бла-бла-бла. Жареный бекон, отдельно прожаренные кусочки свинины с расплавленным жиром. Яйцо... от Магнуса. Говорят, к созданию этого завтрака приложила рука сама Магнус. Желток сыра и яйца служат украшением. Так, придают утонченный вкус. Что жрать захотелось? Подожди, так это рецепты, да? Рецепт. Жареный бекон. Боевой шеф-повар сам убивает зверей, так, которых готовит. Самый лучший вкус приходит с поля боя. Так, значит, есть где-то сохранялка, да? Так, хорошо. Давайте, наверное, сейчас по-быстрому вернусь. Мне нужно этот. Ну а если ты не злобный, тогда я тебя трогать не буду. Мне нужно вернуться к ведьме. Тихо, сюда. Сюда. И теперь мне нужно сюда до конца. Ну, как бы он, знаете, и дружественный, и вражеский. Так, новый меч. Пойдем дальше. Так. Ах ты зараза. Зараза.
Так. Вы нашли книгу рун. Mother Revelation. Бра-бра-бра. Зараза, оказывается, тут еще такие ловушки есть. Буду знать. Ну видите, типа, где-то враги заново на... Воу! Блять, я хотел купить... Я хотел купить, а оказывается нельзя. Жаль. Ладно, давайте вернемся... По-быстренькому до этой. Охранялки и закончим серию. Вон, перекаты, перекаты. Ого, у меня уже сколько душ. Сохранится, да? Ладно, тогда давайте... Что сделаем? Что у меня нового там появилось? Тот же меч. Можешь улучшить этот мечик? Хотя нет. Давайте, короче, так, броня. О, блин, а где украшения? У меня вообще по украшениям ни хера не... Снаряжение, украшения вообще ни хера не дают. Так, навыки тоже нету. Хорошо, давайте, что я тут хотел прокачать себе? Позволяет находиться в воздухе, выполняя удары. Нет, это не то. Критическая атака, это тоже не то. Я хотел куда-то пойти по какой-то линии, но потом я забыл по какой. Вот сюда, да, я хотел, кажется. А, вот, точно, сюда. Так, давайте, короче, тогда атаку прокачаем. У меня слоты. Жаль. Так, подъеме наносит больше урона. Так, та-та-та-та. Кара с небес тратится меньше. 600. Жалко, что я не могу дальше вкачаться. Ладно. Поэтому давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.